эту черницу. Скорбим вместе с нашими братьями и сестрами из России. Вместе с семьями погибших. Желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Что могу еще сказать? Это ужасно, и я думаю, что Российская Федерация сделает все возможное. Как говорили 80 десятилетий тому назад, цель россиян правая, враг будет разбит и побуду будет за ними. Спасибо.